Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, мы продолжаем Skyrim. В прошлой серии мы с вами уперли ключ вот отсюда, поэтому сюда мы сегодня и пойдем. А после этого мы, естественно, пойдем все-таки по Стражам Рассвета. Нам надо выяснить, что там в пещере вампиры задумали. Они же там что-то задумали. Там всех перебили, короче, и нас попросили, так как Стражи Рассвета еще совершенно небоеспособные единицы. Надо прятать нож в сапоге. Надоело, что убирать. Пора покончить с этой глупой игрой. Нет, меня не спрятаться. А куда лорд-то мой пропал? Я не понял, что-то. Пора покончить. А, вон он, сука. Он кого-то там уже урезал, походу. Ой, а их тут много, ты посмотри, их тут полно прям. Не стоило сюда приходить. Вот, и пусть друг другом в канителится. Да не бегайте вы на меня, тут задрали уже. Тихо. Сейчас меня убьет с первого раза нахер. Вот так-то. Так, у него здоровья полно, нет? Пора покончить с этой глупой игрой. Хватит, я стою. Вот и все. Отличненько. Куда лорд-то пропал? Опять кого-то убежал убить-то. А с кем-то месяца там, красавчик. Опачки. Опачки. Че это у вас там такое? Не пойду пока туда. Ты всех перебил? Ай, тут мой лорд завалил. Это сюда. Чувак, у тебя много здоровья, нет? До свиданьице. Не, инвиз полезная штука для мага. Прям то же самое то. Прям бьешь их и бьешь, они даже не видят, откуда ты их бьешь. Вот у тебя стрел, короче. Целый набор. Это чё? Опа. Неплохо. Их тут больше, чем снаружи. Народ уже. Опа, чё это? Ловушечка. Уже кто-то в неё наступил. Чё-то как-то пустынно. Где все остальные-то? Это конец, что ли? Странно. Ну там, по-моему, еще один проходик был. Опачки. А, не, это все, что ли? Подожди, а это что такое? Как туда провалиться-то? Что, нельзя, что ли? Ну, нельзя, так нельзя. Ладно, пойдемте выяснять, Стражи Рассвета, чего хотели вампиры. Разузнаем, да узнаем. Так, у нас с вами еще нужно этот прокачать маленько колдовство, чтобы... Правильно я помню? Чтобы эти сильнее стали. Да. Еще 2 очка колдовства, и все будет замечательно. Так, мы его зачистили, нет? А, все, отлично, мы его зачистили даже. Красота. Качаем. Качаем. Звук что-то прыгает. Ничего страшного. Совсем немного, и уже скоро прекратится у нас это качание иллюзии. Но уже самому надоело. Ходишь. Тихо. Воу. Тихо. Сраные саблезубы. Какие они опасные вообще. Да убивай ты паука-то, что ты стоишь-то? О. Ох ты, здорово! Старейший дракон, ни хера себе. Сука, какой он сильный. Опа, минус лорд. Ай, магии нет, сука, садись. Ты он не один, что ли? Ну где ты там, Али?
Где он? Ну-ка вернись давай, сыкун. Стой, дракон, подожди меня, никуда не улетай. Кого он там убивает? А, он медведя бьет. Ну-ка, стой. Ой, медведи, сука. Опасно. Бежим, бежим, бежим. О, теперь дракона. Вернись, паскуда! Вот сыкло, а! О! Тихо, тихо, только не в меня, не в меня, не в меня. Да сдохни ты, гребаный медведь! Тряпка. Вот это я понимаю, вот это разрулили ситуацию. Жахнули обоих нахер. Вот, да неужели душа мне с него прилетит? Я уже думал, такого не будет больше. Давай мне все сюда. Красавчик. Вот это мне нравится. Душа дракона поглощена. Так вот, скоро у нас иллюзия прокачается, я больше не буду этим заниматься. И все будет хорошо. О! Еще 4 очка, замечательно. Так, а нам далеко идти до тут, нет? Зал дозора. Так, ну в зал дозора мы зайдем. Сейчас посмотрим, что у нас там. Его, кстати, разграбили. Правильно я понял? Это его, короче, вампиры обанкротили, а потом ушли к себе в пещеру туда. Что-то искать. Ой, магия кончилась. Бывается. И в наши времена, так сказать, и с нашими доспехами бывает такое, что магия кончается. Хотя у нас доспехи-то... Ух, какие! Ну да, смотрите, все горит, все разграблено. Вампирские гончие смерти... С ошейниками. Не буду это жрать. Зал дозора. Позор вам, товарищи. Все вы просрали. Мастер-вампир. Во, они тут, кстати, неплохо так вампиров-то перебили, насколько я понял. Дозорный. Рецепт возьму, пригодится. Ага. Ага. Я тут у них этих амулетов. Все поворую. Да вы где их набрали-то? Тут целая куча у них этих амулетов. Так, обгорелые книжки. Это нам не надо. Ну хорошо, пойдемте наверх. Как туда пробраться-то? Так, вон дорогу вижу. Ой, как высоко. Аккуратненько. Главное не нарваться на них, а то нихерака на улице будет, это будет печально. О! Еще чуть-чуть. Еще самую малость. Ну, дорогу прямую нашел, ты меня радует, надо будет по горам лазить никуда. Сильный снегопад, ничего не видно, между прочим. Какая-то странная дорога всю гору огибает, походу. Опять у меня магия кончилась. Ай, на разочек хватит еще. Вот она! Крипта ночной пустоты. Ну, пойдемте. В инвиз ушли и погнали разносить упырей. Упырей разносить погнали. Я так понимаю, стратегия у нас такая. Сейчас мы запускаем лорда Дримора к ним. Потом кидаем туда бешенство и сидим, смотрим на результат. Если что... Дозорные никогда не знают, когда пора сдаваться.
А мне казалось, мы преподали им хороший урок у них в зале. Прийти сюда в одиночку. Тупица, как и все они. Но сражался он хорошо. С Жероном и Бризотом на раз справился. Эти двое получили по заслугам. Их заносчивость уже стала надоедать. От всех этих разговоров жажда. Скоро сейчас выясним. Ага, одного вижу. Еще одного вижу. Почему мастер-вампир сбегает? Бешенство, я не понял. Ну, это не сбегает, а мастер-вампир сбегает. Прикинь, вот это поворот. Отлично. У тебя ничего путного нет. Это кто такой? Горстка пепла. Горстки пепла есть золото. Так, мастер-вампир. Ошейник. Так, а нам куда вообще? Нам туда? А здесь закрыто. Опа. О, зелье средней болезни пригодится. Амулет еще один. Дайте амулеты, кому их продавать? Целую кучу набрали. Неплохо мы так подлутались. Сколько у меня по весу-то? Ой, у меня вес уже все, каранты. Надо в магазин потом забежать. Попродавать всего. Почему мастер-вампир такой четкий парень-то? Я не могу понять, что за меч. Осененный какой-то. Чем он там осенен? Ух, бриллиант, нихера себе. Ага. Это открывает, правильно я понял? Да. Пошли, лорд. Я придумал, как нам пробраться внутрь. Сейчас мы устроим там кипиш. Так, с вампирами надо быть поаккуратнее. Эти сучата способны забирать мою жизнь. Я не хочу, чтобы мою жизнь забирали. Опачки. Пока никого не слышу. Пока, видать, никого нет. Хотя они, наверное, из этих гробов могут вылазить. Как эти. Так, меня не видят, хорошо. Чё, там типа нет никого? Странно. Как драугры вылазят из своих гробов? Может, отсюда также вампиры полезут? Печально будет, если я к ним в засаду попаду. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух, нихера их там. Сука, кровавый вампир избегает воздействия бешенства. Почему? А, на нежить. Они, наверное, нежить, поэтому на них нихера не действует. Вон оно чего. Это опасно. Так, а иллюзии у меня тоже не хватает, да, чтобы на них на всех действовало? Иллюзия. Наука страх. Ой, да тут, короче, херда ждешь. На нежить дайдры и механизмы. Вампиры это же нежить, правильно? Ну давайте я все-таки попробую. Ладно, хер с ним. О! Кто-то там в него еще продолжает стрелять, какой-то неудачный. Ты всех перебил? Красавчик. Так, ну теперь на вампиров, в принципе, должно доступно быть. Мое бешенство, и они должны ему подчиняться. Я же не зря все это качал. Ага. Отлично. Пентаграмма душ, по-моему. А вот вам, пожалуйста, и драугры. Так, я золото не взял. Да и насрать. Черный камень душ. Пусть будет. Крохотный камень запаса сил. Куда нам дальше-то? Что-то не видно ни херашеньки. А, вон туда, наверное. Ну, пойдем.
Но вампиры, я не думаю, что они настолько меня выше уровня, что на них не действует бешенство из-за того, что они просто тупо выше уровня. Скорее всего, на них не действует именно потому, что они нежить. Ладно, разберемся. Так, а я, подожди. Я же отсюда и пришел. Что-то непонятно тогда, куда идти-то. Где-то должна быть какая-то дырочка. Я же еще не выяснил, что они тут хотели. Соответственно, квест еще не доделал. А это значит, что его надо доделать? Может, какой-то проход есть? А, вот же что. Бывает что. Вот, теперь на них на всех, походу, действует. На гончих, на херончих, на все подряд. Беспредельщики. Ой, не хватает, твою мать. Хватит. Да хватит уже. Я сдаюсь. Куда ты пошла? Сдаюсь. Стой, нахуй. Сдаюсь она. Так, по весу что? По весу надо что-то выкидывать, скорее всего, мне уже. Одежда. Так, вот эти нахер выкину. Это мне надо расшифровать. Так, вот 37. Я даже не знаю, что еще повыкидывать-то мне. В оружии что-нибудь есть такого? Древний железный оружие, сияние, стальная, болт, фамит. А! Твою мать, что ты делаешь-то мне тут? Иди отсюда. А что ты там один, что ли? Твою мать! Ох! Неплохо прилетело. Да нихера себе он сильный, ну-ка беги. Вот так-то будет лучше. А то ишь ты. Тут все со всеми воюют. Смотри, драугры с этими, с вампирами. Вампиры с драуграми. Драугры с драуграми, вампиры с вампирами, собаки, все подряд. Печально. Так, отличненько. Это что? Да, это какой-то кустик. А я думал, ловушечка. Так, кто у нас там сидит? Ой, тут скелетов полно. Ага, на них все это действует, отлично. Все друг друга бьют, замечательно. Так, иди помогай там. А я пока тут постою. Колдовство повысилось, отлично. Нахер я это сделал? Хер его пойми. Так, иди наверх, что стал-то? Вот это у меня молнии, вот это я понимаю. Жухает только так. Ой, он бежал куда-то еще. Живой остался, смотри. Ну ничего, сейчас его догонит. Вот и все, по-моему. Да-да-да, лорд, тебе мало кто ровня вообще, я смотрю. Ты разносишь, будь здоров. Чего у тебя тут есть? Вот, рубин, это хорошо. Вампирская броня колдовства. Говно. Опа, вампира слышу. Опа, очки вампира вижу. Эх, меня заметили. Твою мать! Всем подряд! Все подряд. О, пусть разбираются.
А я пока тут покараулю. До свидания. Ой! Одумайся, женщина! Ай, какая у меня ж мощная молния, а? Просто прям так и херачит все подряд. Прям мне нравится она. Так, тебя я смотрел, по-моему. У Гончи ничего нет. Здесь тупичок. Тихо, тихо, тихо. Гончая сука. Значит, где-то есть вампир. Куда ты побежал-то? Вернись. А, он сейчас убежит за ней нахер. А, отлично. Погнали, лорд. Нехер тут с собаками якшиться. Нам надо серьезное задание выполнить. Опачки. Ой, у меня уже денег, смотри, 10 тысяч. Скоро на дом, наверное, хватит. Только я их опять куда-нибудь просру, естественно. Ни на чем мне не хватит, но это не самое главное. Отличненько. За мной, товарищ. Вампиры, они маги. Соответственно, у них здесь должно быть полно валяться этих бутылочек с магией. Это мне нравится. Ну да, ты смотри, сколько их тут. Что по весу? Пока нормально все. Это где происходит? А, это вон там месиво. А ты туда не сможешь, да, пройти? Ну-ка, если я его молнией прострелю. Не прострелю. Мастер-вампир, нихера себе. Твою мать, он меня заметил. Это печально. Спокойно, чувак, спокойно, подожди. Я говорю, спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, 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 подожди. Зелье, 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 зелье. Вот как-то так. Так, подожди, надо бежать отсюда. Стой, 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 стой. Где выход, твою мать? Лорд! Лорд, спаси меня! Как... Сука! Какой жесткий пацан, ты посмотри! Просто прям хлестанул мне, как собаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже херовенько. Никогда не знаю, когда пора сдаваться. А мне казалось, мы преподавали хороший урок у них сзади. Это уже херовенько. А у меня это сейчас не будет действовать на них, да? Ну да. До свидосики. Так, лук надо выкинуть, если я ничего не путаю. Да, нахер иди. Из одежды-то мне что-то тоже надо было выкинуть. Это я оставлю. Я оставлю. Амулеты нахер не нужны. Я выпью тебя досуха, смертный. Кого ты там выпивать собралась? Ты знаешь вообще, кто это такой? Выпью тебя, говорит, досуха, смертный. Пить сначала научись, а потом против лордов Дримор биться, а уж тогда лезь куда-нибудь не следует. Так, бриллиант, отлично. Так, надо сохраниться будет перед тем вампиром. Иначе он, сучка, меня опять отоварит. Так. Где у нас тут?
Надо уровень поднять. О, я уровень-то как... А, так все правильно. У меня же он есть уже. Опа. Отличненько. Так, здесь, по-моему, ничего серьезного нас не ждет. Здесь просто какая-то херня. Так, ну то, лорд, все равно туда иди. Че, там нет никого? Вот, давай, давай, давай. Ну иди и атакуй. Во, работает, отлично. Замечательно. Ой. Чувак, я тебя и не заметил. Ты прям сама незаметность. Так, тут у нас, по-моему, ничего путного. А, здесь как раз таки проход. Проход. Здесь где-то черный камень душ был. Вот он. Больше, в принципе, ничего не надо. Так, здесь замес с драуграми. О. Ну, не-не-не, что сразу меня-то? Еще разочек. О. Подожди. И товарищи вам туда. Отличненько. Сразу двух уработал. И своих, и чужих. Насрать вообще. Главное, что все мертвы. Ну, в этот раз мы пробежали быстрее. Мы просто теперь в этот раз знали, что пробежать. Поэтому быстрее пробежали. Так. Отлично. Здесь у нас бой на воде ожидается. Если я ничего не путаю. Точно. Ага. Ко мне вы не идете, естественно, потому что у вас есть свой противник. Вот он. Замечательно. Так, у нас там еще 17 собак сейчас выбежит. Тоже печально будет все. Ничего. Вампир куда-то свалил. Здесь стоит, я помню. Помню, 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 стоит паскуда одна. О, пусть друг друга бьют. Нормально разносим, прям только так. Так, где у нас тут битва-то будет дичайшая? Где-то тут. Ага, вот она здесь. Здесь у нас что? Окейушки. Ты готов? Нет, черт. Давайте сохранимся. Ага. А, он уже бежит. Ладно, хорошо. Пусть воюет с ним пока. Ну добивай, добивай его, добивай, что стоишь-то? Ну он нормально ему пробивает, только так. Он еще и падает постоянно, вообще красота. О, давай, 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 давай. Сука, на него успокоение не действует. Это херово, конечно. Он его сейчас раз на раз просто выхлестнет. Помогу маленько.
Стой, сученыш! О, прям в паука, в говнище в свое упади! Пронесло, красота! Прокатило, пронесло. Лорд Дримора просто радует, реально. Сильный ты, пацан, сильный, ничего не скажу. Пещера ночной пустоты, поехали. Бывает, бывает и такое, что нас выносят только так. Почему картинки мне иногда не показывают? Я вообще расстроен по этому поводу. Картинки должны показываться мне. Я всегда не скажу тебе ни слова, вампир. Моя клятва Стендару сильнее, чем любые страдания, которые ты заставишь меня вынести. Я тебе верю, дозорный, и не думаю, что... Что такое? Опачки. Где они там? Так, а там-то кто? Ну-ка тоже тебе он. На. Убей кого-нибудь то. Зачем трепыхаться? Твоя кровь нужна. Это кто сейчас сказал? Скайрим для нордов. Ой, меня запалили. Это плохо. Там вообще пати, короче, полнейшая. Знайте вам всех. Минус. Минус. И все? Красавчик. Полезная, полезная иллюзия. Выручает прям только так. Нахер мне все это говно. Продается все равно за копейки. Так, а тут тоже уже все прибежали, правильно я понял? Там один какой-то шатался. Ну, чувачок. Записки о ночной пустоте. Че, там нет никого? Это что такое? Ой! В смысле? А что сделать надо? Толкнуть ее, что ли? Не. А что тогда? Все подтолкнуть? Точно, смотри, поджигаются. Так, нет, это не сюда. Ага, это подошла. Ага. И еще одна назад туда. Что-то случилось. А что случилось? Здорово. Ты еще кто? А где те, кто тебя послал? Они в башне сидят. В смысле? Ты кого ожидала? Ожидала кого-то, кто такой, как я. Это какой? А разве с первого взгляда не видно? Вампир. Ну да, глаза у тебя красные, как будто ты не спала всю ночь. Так, а что тебя вообще заперли? Это довольно сложно. И я не совсем уверена, что могу тебе доверять.
Но если ты хочешь узнать всю историю, помоги мне добраться до дома, туда, где живет моя семья. Ишь, ты что захотела? Моя семья жила на острове к западу от Солитюда. Интересно, там ли они еще? Кстати, меня зовут Сирана. Приятно познакомиться. Подожди, а... Что за свиток? Да, свиток. И он мой. Ха, ничто не может повредить древнему свитку. Беспокойся лучше о своей шкуре, а о своем барахле я сама побеспокоюсь. Чё, серьезно? Так подожди, а как же мне ее убить-то? Это я что-то не понимаю маленечко. Твои догадки ничем не хуже моих. Здесь все так изменилось с тех пор, как я была тут в последний раз. Чё тебя здесь заперли? Я не хотела бы с тобой это обсуждать, если ты не против. А я тебя убью сейчас. Дело не в том. Просто я не знаю, кому могу доверять. Давай найдем мой дом. Там мне будет понятнее, на каком мы свете. Так подожди, а... По квестам-то я что-то просрал или нет? Нет. Ну ладно, пойдем отведем тебя домой. Подожди, а если она разделится, так же можно? Не хочешь, чтобы она со мной бегала? Да. Так просто ты от меня не отделаешься. Я не согласна. А мне-то какая разница? Я не согласна. Подожди, а у тебя что-нибудь есть? Руки убери. Тут ты сучка какая, да? Подожди, а ее можно убить? Допустим, вот сюда вот. Нельзя, да, тебя убить? Ну, пойдем. Ты же не будешь меня бить, правильно? Не, не будет. Ладно, хорошо. Нет, так нет. Как-то подожди, а я... Твою мать! Гаргульи. Она не действует, бешенство, нет? Конечно, не действует, почему нет? Подожди, на него тоже что ли действует эта хрень-то, я так понимаю, бешенство-то, да? О! Это наш? А, уж испугался. Ладненько. Короче, на Дримору тоже действует, но он хлестануть не может только так. С этим надо быть поаккуратнее вообще. Прочный щит. Нахер не нужен. Так, подожди же, мать, а как нам отсюда выбираться-то? А ты чё не восстал? Лысый шум какой. Так, вон какой-то выход вижу. Или это не выход? Но пройти туда стоит, кажется, наверное. Это правильная дорога. Я было начала волноваться. Да ладно, не ссыкуй. Ничего страшного не происходит. Чё у нас тут? Херня какая-то. Она же тоже может всякую херню прозывать, как и я, да? Ну, неплохо. Как-то тут опасненько, по-моему. Это чё? Ага.
Кто там? Скорее своему сыну. Кто там? Хорошо. Вот. Кто вот меня заметил? Эй, чувак, подожди. Помогу маленько, ладно. Минус один. Ой, все равно убили, смотри. Лошара. Вот и все. Так, а что же я открыл тогда? Проход какой-нибудь, наверное. Непонятненько маленько. Ладно, пойдем дальше. Пробуждение. А как же за Стражу Рассвета-то я так это? Я же думал, всех убить надо было. Или я сначала выясню все, короче, а потом вернусь к Страже Рассвета, наверное, им все сдам, все расскажу, и они тогда мне скажут: спасибо, молодец, убей всех вампиров. Ёб твою. Слово. А ты еще откуда? Красавцев два удара сделали свое дело. А ты еще откуда? Ой, меня заметили. Все, меня уже не видят. Красавчик я. Ой, как сколько там их много. Драугровый начальник больно сильный, прикинь. Ну давай уже. О. Пусть пока там месяца, мы с вами пока полутаем. О, 276 золота, неплохо. У меня кончился мой друган. Нет, не кончился. Как он может вообще кончиться? Будешь знать. Минус! Минус драугровый начальник. Красота. А то ишь ты. Люди обгорелые. Их можно как-то открыть? Эбонитовый двуручный меч. Вот это он стоит. Не, не буду его брать. Он больно тяжелый. Так, нам на выход, правильно я понял? Сундук я исследовал, слово забрал. Ух ты, это еще не конец. Хорош, на выход, походу. По-моему, так там у меня достижение какое-то открылось под названием «Пробуждение». Я пробудился, типа, и всех пробудил. Как хорошо снова дышать. Даже в такую погоду тут лучше, чем в пещере. Думаешь? Ладно, давайте на этом мы на сегодня закончим. Ссылка это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. А мы пока с этой собачкой пойдем, собственно, искать ее дом там или что, кому она там нужна, не знаю я. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.